А вот один из дворов Майкудука постепенно превращается в свалку. Мусорные баки, казалось бы, установлены, однако без соблюдения санитарных норм. Так утверждают местные жители. Районный акимат на проблемы горожан закрывает глаза. Каково жить в антисанитарии, узнавал Сергей Журавлев. Ну невозможно, это почти что село. Вот это. Это какой городской территории? Жители домов по улице Шорса не могут добиться справедливости от акимата. Мусорные контейнеры, установленные возле их домов, не соответствуют никаким санитарным нормам. Жители, как они сами его называют, чертова перекрестка, уже несколько недель обивают пороги Октябрьского акимата. Люди требуют обустроить мусорную площадку по всем правилам. Пока же здесь нет ограждения, отходы разносятся по всему двору ветром. Баков всего 2 на 6 домов. Словом, сплошная антисанитария. Да еще и горкомтранс переносит в контейнеры прямо под окна жилого дома. Надо так, потому что надо. Бумаг не показывали, фамилии не называли, приехали нахрапом. Раз мусорку перетащили, второй раз мусорку перетащили, третий раз мусорку перетащили. Делают это тихо, незаметно. По словам жителей, представители районного акимата не согласовывали и не получали разрешения от СЭС на установку мусорных баков в этом месте. Представители акимата от каких-либо комментариев отказались. Они ящики только привезли и говорит чисто. Вы видите, уже там свалка какая. Тут что только не возят, что только не возят. Выйти на улицу нельзя. Никакого ни штрафа, никакого наказания. Только с нас все. Вот нам под окна они поставлют и нюхайте все. Не обошлось тут и без участкового инспектора. Он, по словам граждан, пригрозил им административной и материальной ответственностью, если жители района будут трогать мусорные баки.